Хей, всем привет! С вами Джей. Что-то я как-то низко. И только Джей, панки нету. Там у меня срач, короче. И да ладно. Вот. А я продолжаю свое счастье по ностальгии, StarCraft и все такое прочее. Эй, секунду. Оп, все. Денежка за и на этом ушла. Оп! Эй, Джей! Так, она зерганома. Америка. А, да, я тут тупанул, меня Керриган убили. Блин. Я благодарна за то, что твоя стая. Я хотел, я забыл, что я тут остановился. Так, это мы все слышали. Я хотел ее дойти до нужного момента и оттуда начать. Ну, как раз я все забыл. Быстренько пройдем. На объекте посторонние. Так, все, стойте все тут. Керри, пойдем с тобой. Разумеется. Камеры наблюдения. Иду. Разумеется. Отстань от них. На помощь. Уже иду. Слушаю. Оп. Два удара на мах. Ладно. Этими пробежать просто по шурму. Ага, гляв, в три удара будут умирать. Нет, я был прав. Ладно. Разумеется. Уже иду. Да, меня как-то тут тупо Керри убили. Уже иду. Я уже забыл об этом. Хоть у них ничей не был прикольный, если бы я убил, а это такой, оп, оп, быстренько их починил. Ну это можно будет потом просто зеркало вчерать и устанавливать энергию. Чпоник. 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 Тут сейчас вылезет, скорее всего, ловушка. Нет? Ну и замечательно. Чпоник? Чего вы раньше-то не вылазили? Она сколько шла? Пейте квас, квас это круто. Так, вы
людей, давайте сюда бегу. Не обращай тут ни на кого внимания, такие оп-оп-оп-оп-оп-оп, побежали. Ну, прикольно, Зерлинг полностью ХП восстановил. Останавливайте ХП сейчас. Да, не то ли это место? Не, не то. Ну тут надо будет, да, Зерклингов вперед послать, потому что там две ловушки. Да, они Керри просветят. Три даже ловушки. Ну, всех погрызли. Уже иду. Разумеется. Ладно. Дверь закрыта. Уже иду. Ладно. Да, потратил чутка и зерклингов. Дверь номер раз. Дверь номер два. Кто такой Зерклинг один стоит? Да не сюда, сюда. Такой, оу, Forever Alone. Фига себе, гидры вы чё? Быстрее Керри перемещать. Вот тут меня убили тогда. Тут вся ловушка такая. Слушаю. Это было крайне тупо. В прошлый раз. Что на этот раз? О. Нет, не тут. Телепортацию я помню. Уже иду. Уже иду. Уже иду. Да. Ловушка. Да. Вот тут перед дверью она, по-моему. Что на этот раз? Слушаю. Уже иду. Слушаю. Вот и все. Церебрал. Что в корпус Альфа? Научное судно Доминиона Америга. Thank you.
клипом. Это типа призрак такой. Ага, те значит вдвоем тащит, а это один сзади, он такой усирается. Они там месяц на чаре тусили. Рейнер с Тассадаром. Керриган, этот тамплиер не похож на своих собратьев. Подумай, стоит ли спешить в атаку?
Не спорь со мной, Заж. Предупреждаю, ты играешь с огнем. Ты смеешь угрожать Церебралу? Да ты всех нас погубишь! Разведай мгло вокруг. Так. Отлично, еще кристальчики весь пену убить. О, хорошо. Для второй базы. Еще кристальчик, да. А, ну тут она такая, типа круговая. Там потом с Тусадаром в центре сражается. Здесь будет неплохо на вторую базу поднести для доп. Ресурсов. Уху! На, сваливай, пока тебя не убили. Да не лезем. А вот тут пока. Надо организовать оборону. Вот чем мне нравится первый старик, так это тем, что тут у компа кончаются ресурсы. Во втором старике ресурсы у компа не кончаются. Там измором не взять. Так, давай дальше. Не знаем. Чё почём. Какой-то небольшой пак стоит, да. Гусеница проклятая. Которая вдалбливает. Будь здоров с огромного расстояния. Пойдем по этому. По моей такой более-менее стандартной тактике я не вспомнил. Это полная оборона. Полная оборона базы. И этой под пачкой муты летать. Вторую две личинок сделать. Второй улей.
воздушки поставить. От старого старика тут карты были менее пустые. Ну вот и вся его база тут нахуй. Блокпост, тут блокпост, грубо говоря. Здесь никого, здесь пак. В центре будем сражаться. Блин, нет. Сюда.
Наверное, достаточно. Хотя давай тоже подаем еще одну зениту. Уходи, уходи! Не, гусеница это вообще страшно. Так. Сумка, потому что надо сразу сюда пазл. И... Полно. Полторы она в инвизе всех поубивает. Так, ну ладно, пока все изучается.
добывается. Почти пешком быстрее дойдут. Так, ну так, для сопровождения.
Ну да, если я бы понял, ули там для мутантов, для этих. Блин, я не там создал рабочих. Оригинально можно было взять яйцо вот так и направить, куда он вылупится, или нет, или я уже это со вторым. Не, скорее всего, я это уже со вторым. Еще не хватает этого. Зелень наставим или защиту?
нравится больше минералов.
Даже у тебя там все табуретки твои закончились. Сколько можно их клепать? Больше нужно как, наверное, сопровождение еще блютунов отгонять. Походу, да, прервалось. Пятьдесят.
Да как видео? Так, пока не буду шмакать, установить трансляцию, то... А то вдруг это... Окей, но я бывший призрак. Не Chloro Launch Detector. Ядерная боеголовка. Бах! Продолжим потом. Так, это что получилось? 6-5 прошли. Продолжим чуть попозже. Опять я низко как-то. Ну, камера. Ну ладно. Не суть, в общем. Пык-пык-пык. Вот. Кто хочет знать, что было дальше, да? Все знают, что было дальше. Вот. Кто хочет позырить, как я это делаю, тогда подписка там, лайки, всякая фигня, вот это, как обычно. Как обычно, да, кака. Нашел на чем смеяться, идиот. Ладно.
ходите зимой в двух штанах. Не болите, не кашляйте. До новых встреч. А лучше пока-пока. Потому что до новых встреч тогда немножко плохие. Удачи.